мы проделали огромный путь расстоянием почти 4000 километров из Северной Финляндии в Израиль. Мы поднялись на вершину гору Кармель, чтобы увидеть своими глазами место с апокалипсическим названием Армагеддон. И мы хотим спросить гида Андрея Теплинского, чтобы он рассказал нам о прошлом, настоящем и будущем этого драматического места. Ну, на самом деле, Владимир прав. Это название или это слово Армагеддон, мы слышали о нем, мы знаем о нем, оно написано в наших Библиях. Но для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам надо подняться на эту точку, на эту смотровую площадку. Это место находится на южном склоне горы Кармель, на высоте около 500 метров над уровнем моря. И добраться на это место можно только проезжая через друзские поселения Далията Кармель и Усафия. Друзы Израиля проживают в основном на севере Израиля, в Верхней Галилее и на Голанах. Культура друзов является следствием своеобразия их религии и замкнутого уклада жизни. Друзское сообщество очень замкнутое, имеющее строгую иерархию. Друзы Израиля являются полноправными гражданами страны и с 1961 года считаются самостоятельной национальностью. Представители сообщества друзов присутствуют в Кнессете. Хотя друзы, как и арабы, могли быть освобождены от обязательной службы в армии обороны Израиля, друзские старейшины решили, что мужчины их народа должны служить в израильской армии. Мы с вами находимся в друзской деревне. И здесь у нас есть с вами возможность попробовать еды, друзской еды. То есть мы находимся в друзском ресторане. Недалеко от Хайфы находится то место, на которое мы сейчас прибыли. Оно называется Мухрака, что по-арабски означает «огненное место». В 12 веке орден кармелитов избрал гору Кармель и это место Мухрака для того, чтобы построить здесь монастырь. Кармелиты избрали Илью Пророка для того, чтобы он был их духовным покровителем. Сюжет событий, произошедших здесь, относится к периоду правления царя Северно-Иудейского царства Ахава. Он взял к себе в жены Цидонскую царицу Изавель, которая стала насаждать в царстве культ финикийцев божеств, или по-другому идолопоклонство. Естественно, что начались гонения на пророков истинного Бога, одним из которых был пророк Илья, или на иврите Элияу. Бог послал Илью противостоять идолопоклонству. Как следствие идолопоклонства, Бог наказал людей тем, что перестал посылать им дождь на землю. В результате в Израиль пришла засуха на долгих 3,5 года. История противостояния пророка Ильи и лжепророков Ваала, она описана в наших Библиях. Это произошло, скорее всего, где-то здесь, на склонах горы Кармель. Пророк озадачил пророков Ваала и сказал им, чтобы они принесли жертву ихнему божеству. И он сказал, что он также принесет жертву единому Богу, которому он служит. И он сказал, что Бог, который ответит посредством огня, он настоящий Бог. Чудо состоялось в том, что Бог услышал молитву пророка Ильи, и он принял его жертву. Бог послал свой огонь с небес. Бог ответил на молитву. Присутствие Божье явилось опять в стране израильской. Бог опять доказал свою верность завету. И народ израильский понял, что только Бог Авраама, Ицхака и Якова, он настоящий Бог, который дает жизнь, дает дождь и дает все необходимое для этой жизни. Когда мы заходим на территорию монастыря, мы также можем пройти на смотровую площадку, которая находится на втором этаже этого здания.
И с этой смотровой площадки открывается уникальный, совершенно потрясающий вид на Галилею. От морского побережья, да, мы можем также видеть в ясный день гору Хермон. И вся Израильская долина, она прямо лежит перед нами, как на ладони. Эмек Исраэль, или Израильская долина, вторая по размерам после Иорданской внутренняя долина Израиля. Она протянулась от горы Кармель на западе до реки Иордан на востоке и длиною около 40 километров. Максимальная широта свыше 20 километров. Площадь долины составляет около 360 квадратных километров. Израильская долина, так на русском языке звучит название самой плодородной долины Израиля. На иврите долина называется Эзре-Эль. Данное слово делится, как вы видите, на две составляющие, где Эзре означает «он будет сажать», а слово «эль» означает «Бог». Тем самым описывается плодородие почвы, из которого состоит Израильская долина. Долина Израиль служила некогда природным коридором для передвижения с территории современных Иордании и Сирии в сторону Средиземного моря и Египта. Израиль вообще своего рода мост или коридор, по которому из Африки можно по суше добраться до Евразии и наоборот. Многие из вас наверняка слышали слово «Армагеддон». Особенно постарались нам объяснить его понятие в Голливуде. Этакий трагический конец мира, последний день для всего живого на Земле. На самом деле все гораздо проще. Армагеддон на иврите произносится как Армегидо, гора Мегидо. Действительно, именно на ней, по многим пророчествам, должны будут собраться большие армии для последнего боя. В Библии Мегидо – это место, где погибали цари. С горы Свержения мы видим с вами долину. Под нами долина. Это все Израильская долина. Это ее разные отделения. Она большая. Эта часть Израильской долины называется Ксулот. Гора, которая возвышается как пуп. Это как полусфера. Это гора Фавор. Гора Преображения Христова. Гора, на которой были Дебора и Варак. И Сисара с его колесницами были у подножия этой горы. Мы можем видеть с вами за горой Фавор горы, которые поближе к нам. Это называется высоты Иссахаровы. А вот дальше, если посмотреть, как будто бы как облака, как белые облака, вот там вот самая дальняя линия горизонта, это уже горы Иордании. Друзья, там уже другая страна, страна Иордания. Это горы, которые по ту сторону сирийско-африканского разлома. Вот эта вот линия гор, самая дальняя, которая тянется, это все голландские высоты, то есть сирийско-израильская граница. Я хочу, чтобы мы с вами увидели, там гора Кармил и Хайфа, там Средиземное море, и там 18 километров израильских территориальных вод, и все. Там заканчивается страна Израиль. То есть, с одной стороны, мы видим с вами одну границу Израиля, западная, а с другой стороны, мы видим с вами восточную границу Израиля. Это вся наша могучая страна. То есть, очень маленькая страна, очень много разговоров вокруг этой маленькой страны. Мы видим с вами сейчас перед нами, вот это называется холм Море. Он упоминается в Библии неоднократно. И, например, там станом стояли мадианитяне во дни Гедеона. Там станом стояли филистимляне во дни Саула и Иоаннафана. И сегодняшний город Афула, который находится или в долине, или верхняя Афула поднимается на холм Море, это на месте древнего Сунам, там, где была вдова Сунамитянка, сына которой воскресил пророк Илия. Итак, холм, который ближе к нам, это холм Море. Горы, которые за этим холмом, в дымке, это называется горы Гилвуйские. Это то место, где станом стояли израильтяне, где стояли Саул и Иоаннафан. И на горах Гилвуйских погиб Саул и Иоаннафан. То, что мы видим с вами сейчас под нами, вот эта вот широкая часть Израильской долины, это то, что называется Армагеддонская долина. Когда Наполеон в 1799 году видел эту долину со стороны, он глядел на нее, он сказал: «Лучшего поля сражения я не видел».
это поле знало много сражений. Я упоминала битва Барака и Сисары, битва Гидеона и Мадианитян, битва Саула и филистимлян. Это крупные библейские войны. Я не говорю о более мелких битвах, которые знала эта долина, но главная битва впереди. Мы читаем об этом с вами в книге Иезекииля, 38 глава. «Гог из земли Магог, от пределов севера он придет, и многие народы с ним. И Господь говорит: я призвал тебя, Гог, ты нужен мне, я в последнее время призову тебя, и придете на горы мои Израилевы, которые были в постоянном запустении». Друзья, мы с вами слышим каждый день, эти горы были в запустении, они были обнаженные, они были голые, здесь были болота. «Горы мои Израилевы, которые были в постоянном запустении, а теперь народ, собранный со всех народов, будет жить на них безопасно». И вот на горы Израилевы будет приведен Гог и все полчище с ним. И Господь будет судиться огнем и серой с небес, с Гогом и его полчищами. И сказано: так много будет пораженных, что сыны Израилевы хоронили 7 месяцев пораженных из полчища Гогова в долине прохожих на восток от моря. Почему называется долина Армагеддон? Потому что там, по ту сторону долины, находится Мегидо. Тот древний Мегидо, который описывается неоднократно в Библии, тот Мегидо, за который все всегда воевали, чтобы владеть им, потому что Виамарис проходила у подножия Мегидо. Итак, Виамарис, он проходил оттуда, от юга, от Египта, он пересекал эти иудейские горы, мы с вами сейчас видим иудейские горы перед нами, он здесь пересекал иудейские горы, он пересекал Израильскую долину, и Виамарис уходил в сторону Галилейского моря. Там он поднимался в сторону Дамаска. Виамарис проходил через эту долину, и любой город, который находился над Виамарис, все хотели владеть этим значительно важным стратегическим городом. Итак, Армагеддон – это Гар Мегидо, гора Мегидо. И это поле знало много битв в прошлом. Главная битва этой долины, она в будущем. То, что говорит...